Так, добрый день. Я должен башмаки снимать или как? Слушайте, у вас хорошее положение. Я просто завидую вам уже. То есть, может быть, мы в таком состоянии проведем это общение. Итак, наша тема – это поиск предназначения. Такая же тема у нас? У вас такая тема? Ну, у нас такая же. Вот. Так, мы с вами будем 2 дня искать предназначение, и потом вы уедете. Первое, что я хочу вас спросить. А зачем его искать? Как вы понимаете? Итак, не просто так пришли сюда, и что-то нужно найти, зачем я сюда пришел. Пользу для себя. От себя. Но пользу же так можно приносить. Зачем предназначение? Разве пользу нельзя принести и так? Максимально. Ну, просто нужно меньше спать, меньше есть и все. Больше что-то для других делать. Зачем предназначение? Чем оно виновато? Так, так, давайте кто-то еще. Пожалуйста. Чтобы шло развитие, а не деградация. Ну, а что, разве развитие не может идти без предназначения? Удовлетворения не будет. Смысл жизни. Так, спасибо. А, то есть предназначение нужно найти, чтобы у меня все было хорошо. Еще какие-то варианты? Да. Так, сейчас сначала здесь, потом... Чтобы больше что? Не возвращаться сюда. А. То есть найти предназначение, чтобы наплевать на весь этот мир, и чтобы никогда сюда больше не вернуться. Слушайте, сколько у вас интересных, как это, мотивов? Вот. Я даже просто в растерянности. Что приносить пользу? Кто говорил? Хорошо, спасибо. Ну, последнее, может быть. План Господа на нашу жизнь, нашего Создателя. Хорошо, спасибо. Итак, действительно, давайте постараемся разобраться в каких-то общих смыслах этой темы предназначения. А поднимите руку, кто его осознанно ищет. Только честно поднимите руку. То есть не то, что вы сейчас вот начинаете искать после моих слов тут же, а тот, кто этим занимался раньше. Спасибо. И у кого такого осознанного поиска не было? Также поднимите руку. Это не стыдно. Можно поднять руку. Хорошо, спасибо. Итак, смотрите, по вашим поднятым рукам можно понять, что это что-то важное, что ищет практически каждый человек. Большинство из присутствующих здесь, вы подняли руку, что вы ищете. То есть это какая-то очень такая существенная часть нашей жизни. Вот смотрите, например, если мы не едим там 5 или 6 часов, мы начинаем искать еду. Согласны? Это как-то само собой происходит. Не то, что кто-то вот нас заставляет, объясняет нам, на какой-то семинар прошли, что нужно вот поесть, и теперь мы стали искать еду. Нет, это как-то изнутри идет, что как-то надо найти еду. То есть потребность в еде – это некая очень такая существенная потребность нас как личности. Нашего тела в данном случае. Так же ведь? Это то, чему не нужно учить. Мы, естественно, стремимся к этому. И вот этот поиск предназначения – это примерно то же самое. То есть это не то, что, знаете, как-то можно назвать такой болезнь интеллигента. Вот если культурный человек, то мучается, какое же мое предназначение. Нет, это природа каждого человека. Теперь возникает вопрос, а почему не каждый ищет?
Не каждый просто осознает эту потребность. Это очень глубокая потребность. Скажем, если потребность пищи, она такая достаточно грубая, на уровне инстинктов тела проявлена, то потребность предназначения, в поиске предназначения относится не совсем к телу, к более глубоким основаниям личности, знаете, таким более невидимым, не таким очевидным, может быть. Но чем глубже, тем, как это, более с главными вещами мы соприкасаемся внутри себя. Поэтому, когда мы говорим о предназначении, мы говорим о каких-то очень и очень важных потребностях нас как личности. Вот первое, что я хотел бы сказать. И второе, в связи с этим, что я хотел бы упомянуть. Смотрите, какое важное обстоятельство. Если человек не реализует какие-то свои очень главные потребности, может ли он быть счастлив, например? Может ли он испытывать полноту, целостность, гармонию какую-то, вдохновение, энтузиазм, силу? Как вам кажется? Если человек не реализует какие-то свои самые важные потребности, могут ли к нему прийти все эти состояния, как вам кажется? Кто, давайте проверим вместе. Поднимите руку, кто за то, что, ну, скорее, не могут. Спасибо. А кто за то, что могут? Спасибо. Но вас немного оказалось. Ну, то есть одна. Итак, поднимите руку, кто хочет стать счастливым. Вот, теперь вас немало. Вот. Ну и что для этого нужно? Лекции уже закончились, теперь все. Я все объяснил уже. Да, вот, правильно. Чтобы стать счастливым, нужно реализовать свои самые главные потребности. Вот, ну вот, давайте с этого начнем. Так что у нас 2 дня с вами на то, чтобы стать счастливыми. Или, по крайней мере, понять, куда идти к этому счастью. Итак, чтобы стать счастливым, нужно найти свое предназначение. Давайте попробуем сейчас развернуть вот это понимание. Слушайте, я хочу спросить, уже целый день фестивальный прошел, мне тут рассказали, что интересная программа на фестивале. Я спросил, какая? Они мне сказали так вот. В 17:30 заканчивается одна лекция. Я спросил, а когда моя начинается? В 17:30. Я спросил, а как это? Они сказали, ну так, здесь свежий воздух. Я вот смотрю по некоторым клиентам. Это у вас какая? 8-я программа уже за день? Что? Я просто пытаюсь сориентироваться, знаете, как нам взаимодействовать с этим непростым материалом. Поднимите руку, кто, как бы вам сказать, ну, вы готовы еще 3 часа слушать. Что, 3 часа? Тогда я хочу себя спросить, готов ли я 3 часа говорить. Ну, ладно, хорошо, давайте попробуем, по крайней мере, что-то вместе обсуждать. Есть один очень известный психолог в западной, ну, не только в западной, в мировой психологии, это Виктор Франкл. И одно его из таких очень известных, крылатых фактически выражений, оно касается как раз темы предназначения. Я, может быть, сейчас не совсем точно воспроизведу его фразу, то есть, может быть, где-то я чуть-чуть запятые не так поставлю, но смысл я постараюсь точно передать. Фраза следующая. Как же это сейчас, секундочку. Он говорит о смысле жизни и говорит так, что это не человек находит смысл жизни, а это смысл жизни находит его. То есть, иначе говоря, вот этот смысл жизни или предназначение. Вы, кстати, чувствуете, что это слова, в общем-то, где-то очень такие синонимы? Смысл жизни, предназначение. Есть такое интуитивное чувство, что как-то связаны очень глубоко эти слова. Итак, важно понять,
что предназначение мы не выбираем. Вот давайте зафиксируем это. Может быть, одна из самых важных вещей, которые я хотел донести. Иногда людям кажется, что они могут выбрать свое предназначение. Ну, как это тут? Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Я бы в рыболовы пошел, пусть меня научат. Я бы в депутатский корпус записался, пусть меня научат. Это все красиво, конечно, звучит, что вот, пожалуйста, есть такой широкий выбор. Я выбираю, кем стать. А вот кто считает, что вы можете выбрать, кем стать? Ну, в том плане, что вот реализовать, ну, любое какое-нибудь предназначение найти, которое мне нравится. И вот ему научиться, и вот оно у меня получится. У кого есть такое представление? Поднимите, пожалуйста, руку. Хорошо, спасибо за вашу честность. Также я хочу вам тоже ответить своей честностью и сказать, так не бывает. Я недавно в интернете нашел такую интересную картинку. Вернее, не то, что я ее нашел, она меня нашла. Вот как раз кто-то мне ее прислал на почту. Картинка была следующая. Сидит такая замученная муха. Можете представить замученную муху? Вот так вот ножки скрестила, там ручки свесила. Замученные, просто глаза зеленые, крылья опущенные, такие крылья еще более грустные, чем у нее физиономия. И перед ней раскрыта такая большая книга, которая примерно в 3 раза больше этой мухи, и заголовок книги. «Как стать слоном?» «Практическое пособие». Вот. Дорогие участники нашего семинара, слонами мы с вами не стали. Вот. Важно понять, что предназначение, оно дается. Это некий путь человека в этом мире. Оно уже задано. Оно уже дано. Муха, конечно, может мечтать стать слоном. Не получится. Она, конечно, может практиковать эти разные современные психологические методики, которых огромное количество, где говорится, главное правильно представить, сконцентрироваться. И остальное все само собой. Аффирмация называется. Позитивное мышление. Главное, знаете, так как-то сконцентрироваться. Вот так. Картинку дома повесить и все время на нее смотреть. Я слон. И хобот будет расти из дня в день. Нет, хобот не будет расти, но глупость будет расти. Мы с вами уже пришли в этот мир с определенной задачей, которая нам дана. И задача человеческой жизни как раз вот отыскать это предназначение. Вы скажете, а как же так? Если оно уже дано, что его искать-то? Да, оно дано. Но найти нужно. Потому что есть одна сила, которая мешает нам это предназначение найти. Я хотел бы сейчас об этой силе чуть-чуть сказать. Вы хотели бы о ней узнать? Это самый большой враг на пути поиска предназначения. Эта сила называется... эгоизм. Постараюсь объяснить, почему так. Предназначение дается Богом человеку. Это некая роль, которая дана человеку в этом мире, через которую он может максимально реализовать свои таланты и, как вы верно говорили, принести максимальную пользу другим людям. И третий параметр – обрести самое большее счастье. Вот. Все эти возможности даются тому человеку, кто раскрыл свое призвание, свое предназначение. Но почему сила эгоизма мешает найти предназначение, а если вы его нашли, мешает его реализовать? Потому что важен следующий принцип, когда мы обсуждаем эти темы. Когда мы говорим о личности, я не знаю, я тут для себя, наверное, все это рисую, или это видно там? Поднимите руку, кому сзади видно доску. И также ведущего. Хорошо. Ну, по крайней мере, я нарисовал что-то очень важное здесь. Важно понимать эту простую схему. Есть высший источник всего сущего. И есть личность, я.
И есть вот эта вечная связь души и Бога Абсолюта. И когда мы говорим о предназначении, это предназначение, оно дается сверху. Слышите? Я чувствую, здесь какой-то мистический фестиваль происходит. Я, знаете, я вот в детстве мечтал быть летчиком. Не помню, читал книги про летчиков. Потом я о кем-то еще мечтал. А, потом я мечтал стать писателем. Вот. Потом я мечтал стать философом. Знаете, ни одна из этих моих мечт не исполнилась. Но почему-то я сейчас летаю на самолетах и порой пишу там книги прямо в этих самолетах. Вот, и размышляю, как философ. А все в нашей жизни случится само, и все настоящее, оно на самом деле само проявляется. Но почему же эгоизм мешает проявиться вот этим самым главным каким-то нашим потребностям или задачам? Потому что предназначение исходит из Бога. Пожалуйста, будьте внимательны. Что это означает? А поднимите руку, кто согласен, что предназначение наше, оно Богом нам дается. Спасибо. Предназначение исходит из Бога. Что это означает? Смотрите, Бог один. Поднимите руку, кто согласен с этим. Слава Богу. Он один. И есть множество живых существ. Некоторые из них, они сидят здесь, вот, в этом зале. Но их огромное количество во всем мире. А Он один, изначальный Отец. Он тот, кто любит все живые существа. Согласны? Что любовь, что Бог – это тот, кто обладает вот такой способностью любить, которая направлена ко всем. Поднимите руку, кто согласен, что вот вы, ну, как бы интуитивно чувствуете, что абсолютно должно быть это качество. Спасибо. Ну вот и все. Вот теперь нужно связать все эти параметры, которые мы с вами обозначили. Если из него исходит абсолютная любовь, это означает, что и предназначение наше, оно не принадлежит нам. Оно принадлежит всем. Потому что это часть божественной любви. Понимаете логику? Поднимите руку, кому кажется, что понимает. Это здорово. Да, очень ценна ваша рука. Знаете, это или рука о помощи, или вы просто вдохновлены чем-то. Ну, встать не можете, но вдохновлены. Мы сегодня утром просто... Извините, пожалуйста, что я к вам обращаюсь. Мы читали такое древнее священное писание Шримад Бхагаватам. Я уж не знаю, почему так, но там обсуждалась история брахмана святого, который вел жизнь питона. Он все время лежал. И ему просто люди сами приносили пищу в виде его возвышенные качества. Вот. Я больше не буду к вам обращаться. А то я чувствую, все вдохновятся вести такой образ жизни. Поняв, что особое внимание лектора, оно приковано к таким личностям. Итак, возможно, для вас это грустный такой факт. Но я все-таки еще раз его повторю. Ваше предназначение, слушайте внимательно, оно не ваше. Записывайте. Еще раз. Ваше предназначение... Нет, не так. Пишите. Мое предназначение, запятая, не мое. Точка. Никаких тире. Не, восклицательный знак в конце. Вот-вот. Что это означает? Это означает, что если вы своим предназначением, своими талантами будете пытаться наслаждаться, вы потеряете связь с этой энергией. Потому что если это божественная энергия, то она через вас должна течь к другим. То есть принести благо другим в этом мире.
То есть есть другие также личности. И наши таланты, наши способности или наше предназначение должно принести им благо. Вот когда этот процесс есть, вот здесь начинают раскрываться невидимые каналы. И нам будут даваться огромные полномочия. Нас буквально эта божественная сила будет вести, подсказывать, открывать наши способности. Создавать какие-то ситуации, где они могут быть реализованы. Очень многие люди сегодня страдают от ограниченности кармы. От того, что по карме как бы скованы какие-то возможности. Кто-то не может выйти замуж или жениться, кто-то не может родить ребенка. Кто-то не может реализоваться в обществе, в социуме. Есть какие-то границы судьбы. Но что важно понять, если у человека есть два навыка. Первый навык – это открытость и доверие к высшему руководству. Это первый навык. Второй навык – если у него есть энергия бескорыстия, то есть он готов бескорыстно служить другим, то вот эти два навыка изменят всю жизнь человеку. И говорится, в случае, если у человека есть эти навыки, он преодолевает ограничения судьбы. Потому что в его жизнь начинает приходить божественная энергия, она начинает сама расплавлять, убирать вот эти границы кармические. Вот. Как вы к этому относитесь? Положительно. Это неплохо. Я не ожидал, конечно, такого ответа неожиданно. Это одобряем. Вы знаете, это подобно тому, как вот если я говорю, ну, знаете, в мире действует закон тяжести, закон всемирного тяготения. Как вы к этому относитесь? Хорошо. То есть мы одобряем. Пусть продолжает действовать. Ну, это хорошо, что вы хорошо к этому относитесь. Но еще, вы запомните, кто может повторить два навыка вот эти, которые я назвал? Поднимите руку. Стоп, нет, повторять не нужно. Поднимите руку, кто запомнил их. Так, вы очень внимательно слушаете. Хорошо, а кто не помнит их? Нет, поднимите руку, кто помнит один навык. Так, а поднимите руку, кто не помнит ни одного навыка. Так, а поднимите руку, кто забыл уже вопрос. Знаете, приятно пообщаться с умными, вдумчивыми людьми. Но давайте, два навыка. О, невнимательная аудитория. Какие два навыка, чтобы... Первый какой? Доверие высшему руководству. А почему этот навык важен на пути поиска предназначения? Почему? Вопрос ко всем. Почему этот навык важен? Потому что предназначение отсюда дается. Поэтому если у вас нет открытости и доверия к этому руководству, а как оно может прийти-то? Бог уважает свободу души. Это один из самых главных параметров вот этой духовной связи души и Бога. Уважение свободы выбора. Если человек закрыт от этого влияния, если он не доверяет, или если у него есть там обида, гнев и претензия, как эта энергия может прийти? Итак, первый навык – это открытость и доверие к высшему руководству. Предназначение исходит оттуда, и нужно ждать его и звать его. Я вам расскажу, может быть, свою историю небольшую на этот счет. А второй навык какой? Бескорыстное служение другим. Так. А этот навык почему важен на пути поиска предназначения? Вот. Скорее всего, остальные тоже говорили правильно, но я за голову услышал только то, что вы сказали. Итак, почему? Оно не мое, оно принадлежит всем, потому что это проявление любви Бога. Все, что исходит из Бога, принадлежит всем. Вот скажите, пожалуйста, солнце, оно кому принадлежит? Всем. А воздух кому принадлежит? Всем. А звезды кому принадлежат? Тоже всем. Это все мир, который проявил Бог как проявление своей любви ко всем живым существам. А природа кому принадлежит? Кому? Всем принадлежит она.
Вот люди только как-то странно к этому относятся. У них все время в голове понятие частной собственности крутится. Знаете, у Булгакова есть знаменитое выражение. Его произносит этот мистический посетитель города Москвы, который пришел со своей свитой. Его звали Воланд. Люди, в принципе, хорошие здесь. Вот только квартирный вопрос их испортил. То есть, в принципе, люди хорошие. Вот только эта идея частной собственности, приватизированной, испортила их. А так, в принципе, все неплохо. А этот мир принадлежит всем. И если мы живем вот с таким умонастроением, желая приносить благо другим людям, не сосредоточены на себе, как эгоисты, как вот эта идея западного мира, потребитель, каждый имеет права. Если мы начинаем культивировать некие другие основания в собственной жизни, вот этот дух бескорыстного служения, то это второй очень важный принцип, который позволяет проявиться нашему предназначению. Нам будет дана эта энергия, чтобы мы могли раздавать ее другим. Мы становимся проводниками этой силы. Итак, вот это два очень важных навыка, которые позволяют предназначению проявиться в нашей жизни. Теперь вы можете задать вопрос, а как развить эти навыки? А поднимите руку, кто хочет их развить. Хорошо. Я прошу вас сейчас повернуться к своим соседям. Что с таким недовольным выражением лица поворачиваться? Как будто они в чем-то виноваты. Ой, слушайте, я увидел физиономии некоторых из вас. Сейчас покажу. Знаете как? Слушайте, знаете, давайте как? Чтобы как-то упростить. Отвернитесь от этого соседа. Повернитесь к другому лучше. Не, серьезно, давайте к другому разворачивайтесь. Этот как-то вам не понравился, уже я чувствую. Ну что, кто не нашел соседей, поднимите руку. От кого все отвернулись, также поднимите руку. Ну давайте, создайте пары. Ладно, если пары там, тройка в крайнем случае можно сделать, если вы там в одиночестве где-то остались. Пары или тройки? Все где-то окажитесь в каких-то тройках. Или, ну, пара, лучше пара. Семейная принадлежность. Это в зависимости от того, какие у вас взаимоотношения. Слушайте задание. Все слушают задание? Мы с вами сказали, что на пути поиска предназначения важны два навыка. Первый – открытость и доверие к высшему руководству. Запомнили? Второй – это энергия бескорыстия по отношению к другим. Вот, два самых фундаментальных навыка. Теперь я вас прошу, вам дается 5 минут, сформулируйте в своей паре или тройке, что нужно делать, чтобы развить первый навык, и что нужно делать, чтобы развить второй навык. Пожалуйста, время пошло.
Так, пожалуйста, останавливайтесь. И давайте вместе обсудим. Мы с вами определили два очень важных навыка с точки зрения реализации предназначения. Обратите внимание, мы с вами взяли какие-то самые фундаментальные навыки. То есть понятно, что есть множество таких мелких деталей во всем этом. Но мы с вами определили самые фундаментальные вещи. Причем я хочу обратить ваше внимание на какие. Мы с вами брали вот эти главные навыки, которые необходимы, чтобы реализовать предназначение с точки зрения не психологии, не социологии, физики, химии или какой-то другой отдельной науки. Я обращаю ваше внимание, что мы взяли это с точки зрения строения космоса, мира, принципиального строения человеческой судьбы. Поэтому, если кто-то из вас сомневается в том, что именно эти навыки, я обращаю внимание, откуда мы с вами их вывели. Мы вывели их из картины мира, мироздания. Слышите? Это не просто какой-то частный психологический подход или философский подход. Мы с вами берем то, как устроен мир, и вот, исходя из этого, пытаемся осмыслить, что же такое предназначение, что это за энергия, и как ее привлечь в свою жизнь. Понимаете? Поэтому я очень вам рекомендую, серьезно отнеситесь к этим навыкам. Это не просто какой-то такой наш, такой, знаете, досужий вымысел. И второе, что я очень рекомендую вам, это попробуйте у себя их развивать. И вы заметите, как вот эта энергия предназначения, она сама вас будет искать. Не вы за ней будете бегать, она вас будет искать. Почему? Потому что вы становитесь достойным проводником вот этой божественной силы. Она вас будет искать, чтобы через вас прийти в жизнь многих людей в этом мире. Поэтому сейчас мы начинаем обсуждение как бы самой практики. То есть, что нужно сделать, чтобы эти два навыка развить у себя? Что нужно делать? Так, пожалуйста, ваши варианты. По одному варианту предлагайте, и будем коротко их обсуждать. Пожалуйста, кто хотел бы первым сказать? Так, только чуть погромче, чтобы... Благодарность. Как себе благодарность? Если имеется в виду первое,
Итак, благодарность высшему источнику. Это важный момент, потому что невозможно быть открытым с доверием кому-то, если мы не уверены, что оттуда идет только хорошее. Так же ведь? Потому что если у нас нет этой уверенности, мы будем, знаете, как бы так настороже будем все время. Какая открытость? Что? А вдруг оттуда что-то залезет не то, что мне нужно? Благодарность – это означает уверенность, что отсюда исходит энергия добра. И это очень недешевое чувство. Например, один из самых важных параметров благодарности – это понять, как различные события, которые приносили мне трудности и страдания, в итоге вели меня к совершенству. Поднимите руку, у кого в жизни есть такие события, которые были достаточно трудны тогда, когда они происходили, было много испытаний, но потом вы убедились, что это было для вашего блага. У кого такое есть? Вот смотрите, если есть такой опыт, такая уверенность, то есть способность быть благодарным. Говорится, благодарность начинается с того, что мы благодарны за все то хорошее, что приходит в нашу жизнь. Вот с этого начинается благодарность. Это самый такой легкий способ ее развивать. Все то, что хорошее приходит, вы благодарны. Благодарны конкретным людям. Благодарны в итоге Богу, как бы от кого ведет эта энергия, она действует через других людей. То есть благодарным за все хорошее, что дается нам. Я вам очень искренне рекомендую, попробуйте вести дневник благодарности. Когда вечером, в конце каждого дня, вы просто записываете, за что вы благодарны и кому конкретно. И каждый раз помните, что это проявление божественной энергии, которая приходит в вашу жизнь. Итак, это очень практичная вещь. Вести дневник благодарности. Но благодарность лишь начинается с этого навыка благодарить за все хорошее. Потому что есть что-то еще и не очень хорошее, что приходит в нашу жизнь. И вот второй шаг в развитии благодарности – это благодарить за все остальное также. Если у вас есть опыт, что даже трудности, испытания, которые причиняют много боли, страданий, в итоге потом мы замечаем, что они давались для нашего блага, так вот нужно понять, что так устроен мир, что действует высшая божественная сила. Поэтому зрелый в духовном смысле человек, он благодарен всему, что приходит в его жизнь. Вот это настоящее уже чувство. Итак, это настоящая благодарность. Хотите ли вы что-то уточнить в рамках этой темы? А? Что как? Так. Как себя подключить к этому источнику благодарности? Когда рядом стоит такой отвратительный человек, которые причиняют мне столько беспокойств. Вот. Ну, знания нужны. Мы с людьми на разных программах очень подробно исследуем эту тему практически. Берем самые сложные ситуации, начинаем работать с ними, и в итоге люди обнаруживают, что эти ситуации, в них огромный потенциал дается. То есть удивительная энергия развития, энергия, которая раскрывает силы человека, его творчество, таланты и способности. Это нужно практически обнаружить. Вот. Всякий раз, когда мы работаем с людьми, они практически это обнаруживают. У них, естественно, появляется благодарность ко всем остальным подобным ситуациям. Когда они раз или два просто увидят, что так устроен мир, что он устроен на энергии добра, любви, а не наказания какого-то. То есть нужны знания для этого. Это первый момент. А? Смотрите, я прекрасно вас понимаю, что кто-то причиняет мне беспокойство, и у меня вначале возникает только гнев и недовольство. Верно? Но мы же с вами говорим о развитии навыка. Пожалуйста, помните это. Если вы не умеете кататься на двухколесном велосипеде, и если вы первый раз на него сели, без какой-либо поддержки со стороны, то знаете, как вам сказать?
Ну, он этот велосипед не поедет вместе с вами. Он изберет какой-то другой маршрут. Это достаточно болезненный эпизод для этого седока, который первый раз залез на двухколесный велосипед. Вот. Но этот самый седок, он же не прекращает своих попыток, да? Навыка пока нет, он знает, надо тренироваться. Навык нужно нарабатывать. То есть давайте поймем, что навык нарабатывается некими систематическими усилиями. Поэтому начать мы можем с механической благодарности. Вот смотрите, какая вещь. Я просто хочу обратить ваше внимание. Поднимите руку, кто замечает, что в вашей речи скорее больше критики и недовольства по отношению к другим людям, чем благодарность. Можно чуть повыше руку поднимите? Посмотрите друг на друга. А поднимите руку, кто совершенно честно может сказать, что в вашей речи благодарности, то есть слова благодарности, больше, чем слов критики, претензий, обиды и недовольства. Кто может сказать? Понимаете, некоторые люди есть, но смотрите, как их немного. Поэтому с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы просто учимся благодарить. Да, словами. А поднимите руку, кто сейчас представил, что вам нужно будет это делать, и вы как бы чувствуете, что как-то сложно. Даже вот ум как-то в эту сторону не работает. Как будто такой, знаете, нет просто какой-то основы даже внутри. За что благодарить и зачем вообще? Поднимите руку, кто это чувствует? Что, и все? А остальные так легко способны? Слушайте, а вы проверите себя. Вы попробуйте завтрашний день провести вот с этим умонастроением. Все то, что хорошее вы будете получать от людей, вы будете их благодарить. Просто словами. Я тебя благодарю за это. Или за это. Я просто тебя благодарю за то, что у тебя есть такие удивительные качества. Они меня очень вдохновляют. Вот подходите и благодарите. Попробуйте. Итак, мы с вами говорим, что нужны механические навыки в начале. То есть мы просто механически что-то правильное делаем. И какой здесь процесс? Процесс очень простой. Природа души – это природа чистой благодарности, потому что душа – источник любви. То есть там это уже все есть. Вот и все. Поэтому если мы начинаем делать что-то в этом направлении, эта энергия сама собой начинает пробуждаться. Я приведу следующий пример, чтобы мы с вами поняли, что это не трудно. У каждого человека, который рождается маленьким ребенком, интуитивно есть способность ходить. Это просто встроено как бы природой в нас. Но вначале маленький человек не умеет ходить. Это так? И вот смотрите, он учится, и у него ничего не получается. Но с каждой новой попыткой, вот как бы двигать ногой, рукой, держать равновесие своего тела, вот эти вот усилия, они включают эту внутреннюю интуицию. Даже если вам это не видно, но это включение происходит, потому что человек действует, делает правильные действия, которые пробуждают его природу. Поэтому вот эта способность быть благодарным, или способность быть открытым к любви Бога, или способность действовать бескорыстно на благо других, все эти способности, они в душе уже есть. Теперь просто нужны действия. И если мы будем делать эти действия, эти способности проявятся так же, как способность ходить. Хочу вас спросить, как вы к этому относитесь? Хорошо. А поднимите руку, кто к этому хорошо относится. Так, а кто к этому плохо относится, поднимите руку. Ну хорошо. Похоже, небеса тоже относятся хорошо к тем смыслам, которые у нас проявляются в нашем общении. Ну что, мы с вами немножко разобрали тему благодарности. Мы сказали о том, что важно просто ее проявлять. И так это чувство будет раскрываться. А поднимите руку, кто это будет делать? Фотографируйте, где тут фотограф был, чтобы осталось это обещание. Хорошо, спасибо. А какие еще навыки нужны? Да. Всегда говорить «да» высшему источнику. Это в смысле что?
Ну, то есть... И так всегда говорить «да» высшему источнику. Знаете, мне сложно немножко понять, как это практически реализовать. Потому что, например, какой-то человек может держать бутылку пива в руке, и он будет говорить, я говорю, да, высшему источнику. Так. Ну вот я и говорю, как это понять, какой это выбор, где высшее, где низшее. Вот бутылка пива, она возвышает сознание или его занижает? Любой алкоголик скажет сразу возвышает, причем очень быстро действует. Лучше любой молитвы. Более действенное средство. Уважаемые участники нашего семинара, как вы к этому относитесь? Тоже хорошо. Ну хорошо, давайте дальше. Следующие навыки какие? Да. Знание. А знание о чем? А? Спасибо вам большое за это слово «знание». Я хочу немножко рассказать подробнее об этом. Самое главное, что нам нужно знать, знаете что? Это то, что мы с вами не являемся этим телом. Потому что вот в это тело встроен закон эгоизма. Оно хочет есть. Говорится, в самом общем случае, четыре базисные потребности есть на уровне тела. Какие? Еда, сон, совокупление, оборона. Это четыре базовые потребности тела. Потребности, в которых проявляется вот этот закон самосохранения или закон эгоизма. Тело хочет выжить. Его не интересует нравственность. Оно готово у всех все забрать, чтобы сохранить себя. Так действует закон. И это то, что нам будет с вами мешать. Помните, мы сказали, что эгоизм – это та сила, которая мешает вот этому предназначению раскрыться в нашей жизни. Именно эгоизм, потому что эгоизм, он не хочет зависеть ни от какого высшего источника, тем более к нему открываться. «Я сам все могу», – говорит эгоист. И девиз эгоиста – «Я хочу наслаждаться в этом мире». И все то, что приносит мне наслаждение, я говорю этому «да». Вот так эгоизм разрушает эти отношения с высшим началом. Но точно так же эгоизм разрушает отношения с другими. Потому что другие для меня, как личности, не существуют. Мне не интересны их желания, ценности, потребности. Почему? Потому что самое важное в моих отношениях с ними – это мои желания, мои ценности, мои потребности. Поэтому эгоист не способен действовать бескорыстно по отношению к другим. Самое важное – понять, что я не являюсь этим телом. Что это означает? Это означает понять, что эгоизм, который внутри меня действует, а он действует внутри каждого человека. Поднимите руку, внутри кого он действует. Печальный факт. Но это есть. Так вот, важно понять, что мы не эта сила эгоизма. Нам нужно научиться ей противостоять. Как? Понять, что я нечто другое. Я душа, отличная от тела. Потому что вот как раз природой души является бескорыстная любовь. Вот это доверие, открытость и способность действовать бескорыстно на благо других. Способность благодарить, уважать, ценить, сострадать. Терпеть неудобства ради блага других. Жертвовать собой ради блага других. Вот это все энергия души. И нам важно понять, что я как личность – это вот эта энергия любви, а не энергия эгоизма. То есть говорится, что по-настоящему путь человека в этом мире начинается тогда, когда он научает различать вот эти две разные энергии.
одну энергию он в себе, как это есть, это знаменитая притча, я думаю, вы слышали ее много раз, но в связи с нашей темой я хочу ее повторить. Один маленький мальчик подошел к своему деду. Дед внимательно посмотрел на внука и сказал внуку: «Я хочу тебе кое-что сказать. Постарайся хорошо услышать эту мудрость». Дед сделал паузу, вновь внимательно взглянул на своего внука и сказал: «Внутри каждого человека живут две собаки. Одна из них олицетворяет жадность, зависть, злобу, соперничество, грубость, невежество. Другая собака олицетворяет собой терпение, мягкость, сострадание, способность действовать ради блага других, уважение, способность ценить других хорошее и не замечать недостатки. И эти две собаки, сказал дед, все время грызутся друг с другом». И замолчал. Внук долго ждал. Скажет ли дед что-то еще? Потом не выдержал, дернул его за рукав и спросил: «Дед, а какая из этих двух собак побеждает?» Дед улыбнулся и сказал: «Знаешь, побеждает та собака, которую ты кормишь в себе». Вот здесь начинается настоящий выбор человека. Нам нужно замечать, что внутри нас есть эти две природы, высшая и низшая, божественная и демоническая, духовная и материальная, любовь и эгоизм. И теперь вопрос в том, что мы будем в себе кормить. Потому что кормить — это означает, с платформы какой из этих двух энергий мы будем совершать поступки. Каким мыслям мы будем позволять внутри себя быть? Каким чувствам будем позволять быть внутри себя? Это все тот выбор, который мы делаем. И каждый такой выбор, он питает одну из этих двух энергий. Вот это очень важный момент, который нам нужно понять, когда мы говорим о знании, зачем оно нужно в нашей жизни. Мы должны научиться различать эти две энергии. И смотрите, это очень серьезный труд, чтобы вот эту высшую энергию развить в себе. А, кстати говоря, особого труда, чтобы развить низшую энергию, не нужно. Она развивается сама. Я хочу вам показать это через очень очевидные и простые примеры. Представьте, пожалуйста, мысленно, что вы купили себе какой-то такой участок где-то за городом. Вы хотите построить там какой-то дом такой, или, может быть, даже вы купили участок с домом. Поднимите руку, кто представил. Отлично. Теперь представьте мысленно, что вы 2 года туда не приезжали, ну, после того, как купили. Я хочу вас спросить, когда через 2 года вы туда поедете, у вас будет ожидание, что вот за эти 2 года там, знаете, как-то все такие благородные растения мира там как-то сами сгруппируются, как-то вырастут такими красивыми клумбами, между ними появятся дорожки. Все будет, знаете, так аккуратно как-то, ну как это вам сказать, гармонично расти. Такая прекрасная картина. Вы этого ожидаете? Поднимите руку, кто это ожидает. О, отлично. Это ожидание сумасшедшего. Я, знаете, вот то, что я вам рассказываю, это для меня такой жизненный пример. Мы однажды с женой, в свое время в России была такая волна покупать дом в деревне, сейчас уже никто не покупает, но была такая интеллигентская волна. Мы решили тоже купить дом в деревне. Я помню, там какой-то я получил большую зарплату где-то. И мы думали, куда ее потратить, и вот решили дом купить в деревне. У нас был выбор, знаете, или стиральную машину купить, или дом в деревне. Цена была одна и та же. Вот. Мы подумали, нет, как-то в этом доме можно поставить несколько стиральных машин. Это более значительный выбор. Мы купили дом в деревне, выбирали какое-то время. Потом его купили.
Потом я думал, зачем мы его купили? Я все откладывал эту, знаете, как попытку нашу поехать туда. Жена все туда рвалась, хотела там что-то посадить, что-то вырастить. Я думал, ну, боже мой, зачем я поддался на эту авантюру? В общем, мы туда приехали где-то спустя 2 месяца. Мы его купили в марте, а приехали где-то там в середине июня. Я вот до сих пор помню, знаете, как мы шли по этой деревенской улице. Я помню, мы где-то дом купили где-то здесь. Я четко это помнил. Вот где-то здесь он должен быть. Я смотрел, я его не видел. Знаете, потом присмотрелся. Знаете, сквозь бурьян там крыша выглядывала такая. Я никогда не видел такой бурьян. Знаете, выше крыши просто вырос. Вот, все низшее в этом мире обладает большим могуществом, чем высшее. Так устроен этот мир. Нужно ли нас учить жадности, зависти, гневу, обиде? Поднимите руку, кому потребовалось серьезное образование, чтобы научиться всем этим вещам. Смотрите, они сами прут из нас. Вот. Так прут, что нужно образование, как бы их остановить. Вот. Но они сами прут. То есть низшая природа, она очень активна. А вот за низшую, за высшую природу нужно посражаться. Все вот эти импульсы добра, любви, сострадания, уважения, благородства, вот за это нужно посражаться. Это нужно воспитывать в себе, развивать очень осознанно. Итак, мы с вами говорим о знании, что основой знания является вот это различие души и тела. Природа души – это душа вот этой бескорыстной любви. Природа тела – это природа эгоизма. Мы с вами сейчас сделаем небольшое упражнение, чтобы мы вспомнили практический опыт вот этого выбора. Я прошу вас сейчас вспомните какие-то события в своей жизни, когда вы получили что-то для себя, о чем долго мечтали, и вот наконец вы получили это что-то для себя. Пожалуйста, мысленно сейчас это вспомните. Не нужно рассказывать, просто вспомните. Итак, что-то, что лично вам было очень важно, и вот наконец вы это получили. Мечта исполнилась. В одном романе эта мечта называется особым образом. Не будем пока вспоминать эту цитату. Поднимите руку, кто вспомнил. Я очень благодарен вам за вашу активность в течение, как это, весь фестивальный день прошел, а вы до сих пор что-то можете соображать. Это большая удача для лектора. Свежий воздух, да, понятно, в чем причина. Хорошо, теперь второе, о чем подумайте. Я прошу вас сейчас вспомните какой-то ваш поступок, который вы бескорыстно совершили по отношению к кому-то, буквально ничего не ожидая, просто вы сделали совершенно это бескорыстно. Любой поступок. Поднимите руку, кто вспомнил. Спасибо. Теперь я прошу вас вернуться к первому опыту. Вспомните чувство, которое у вас возникло, когда исполнилась ваша личная мечта. То есть вы что-то хотели для себя. Вспомните это чувство. Не нужно сейчас говорить, просто вспомните. Чувство, которое возникло. И вспомните, пожалуйста, что происходило с этим чувством в течение времени. Вот шло время, и что происходило с этим чувством. Теперь я прошу вас, вспомните чувство, которое возникло, когда вы совершили этот бескорыстный поступок. И подумайте, что происходило с течением времени с этим чувством. То есть шло время, и что было с этим чувством. Спасибо. Мы останавливаемся. И теперь я хочу попросить вас, некоторых, не все смогут сказать вслух, но некоторые, пожалуйста, мысленно сравните эти два чувства друг с другом. И сейчас опишите разницу, чем эти два чувства отличаются. Итак, пожалуйста, только старайтесь громче, чтобы у нас... Кстати, может быть, микрофон у нас есть? Работает? А, это длиннее.
но он не очень длинный, он, и он молчаливый. Давайте, да. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Что-то он глухой какой-то. Тогда давайте громче так просто говорите. Итак, второе, более теплое, более светлое, более радостное. Спасибо. Я прошу вас сейчас быть очень внимательными. Мы буквально сейчас исследуем свой внутренний мир, то есть как мы устроены, какова природа личности. Спасибо большое. Еще, кто как опишет разницу между двумя этими чувствами? Так. Итак, в первом случае вы замечаете, что чувство с течением времени, оно как бы исчезает. То есть время идет, оно вообще исчезает, как будто ничего не остается. А второе чувство, оно обладает какой-то силой. Идет время, но оно его не уничтожает. Интересный момент. А поднимите руку, кто заметил, что примерно подобное было. Интересный момент. Спасибо. Еще какая разница? Второе чувство сильнее. Интересный момент, так, да? Итак, в первом случае, интересный, кстати, очень момент вы отметили. Действительно, чувство живет только во мне. Это мое желание, и во мне есть эта радость. Но во втором случае мы замечаем, что это чувство есть и у меня, и у другого человека. Оно как бы распределяется между нами двумя. Интересный момент. Спасибо. Еще какая разница? Еще, еще, еще. Да. Итак, во втором случае маленькое какое-то такое невзрачное для вас. Глухое. Хорошо? Во втором случае оно яркое и большое. Ясно, хорошо, спасибо еще. Итак, второе чувство пробуждает желание еще раз подобное что-то сделать. А первое чувство? Не так пробуждает. Интересный момент. Поднимите руку, кто заметил, что вот примерно такая разница есть между двумя этими чувствами. Можно чуть выше руку и просто посмотрите друг на друга. Чтобы мы с вами увидели, что имеем дело с некой закономерностью, а не просто случайными такими результатами. Я хочу еще раз повторить разницу. Это, смотрите, это некий научный закон. Первое чувство, на самом деле, оно может быть очень ярким, сильным. Потому что когда человек исполняет свои желания, это может быть очень сила такая большая, радости. Ну разве нет? Так же ведь? Но только один интересный момент. Смотрите, вы верно отметили, что оно кратковременное, как вспышка такая. И потом вдруг очень быстро гаснет. И переходит в разочарование. Верно. И либо в обыденность. Например, если вы купили новую машину, ну, несколько дней вы наслаждаетесь ей. Знаете, какой салон, руль там, управление, вся эта эргономика, как это все ездит. Ну, скажите, это долго будет продолжаться? Нет, в какой-то момент это станет обыденностью. А если вы женились, то это сколько будет продолжаться? А всю жизнь что будет продолжаться? Чего? Да, вот весь этот нам лежачий питон подсказывает. Посмотря с каким чувством вы женитесь. Вот, с первым или со вторым, вот с чем разбираетесь. Итак, первое чувство может быть очень сильное, яркое. Но смотрите, оно кратковременное по природе. Второе чувство, оно может быть даже не такое яркое по силе. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Вот сейчас опять вспомните эти два чувства по одному интересному параметру. Какое из этих двух чувств вам дает большее внутреннее удовлетворение? Не поверхностное, внешнее, эмоциональное, будоражащее ум, а вот это вот глубинное, внутреннее. Итак, сравните по этому параметру. Какое из этих двух чувств дает вам больше глубинного удовлетворения?
Поднимите руку, кто замечает, что первое. Раз. Вас не очень много. Посмотрите, только один человек, и то очень осторожно поднимает руку, и на других озирается. Не побьют ли? Поднимите руку, кто замечает, что второе. Посмотрите, поднимите руку и посмотрите друг на друга. Уважаемые участники нашего семинара, мы с вами имеем дело с законом человеческой личности. Первое чувство относится к какой силе? К эгоизму. Для себя что-то. А второе чувство относится к какой энергии, какой силе? К душе, к ее природе. Итак, вы можете очень практически через этот опыт заметить, что именно вторые поступки, они дают вот это глубинное удовлетворение личности, какую-то полноту, силу. Причем вот эта полнота этого опыта, она не уничтожается временем. Вы заметили это? Время идет, но оно не властно над этими чувствами. Итак, вот теперь нам нужно разобраться. Поступки, которые мы совершаем в жизни, они питаются в нашем случае больше первой силой или второй? Я прошу вас сейчас задуматься о своей жизни и подумать, какая энергия, какого выбора преобладает в вашей жизни. Итак, подумайте, пожалуйста. То есть, с каким настроением вы живете? Поднимите руку, кто замечает, что в вашей жизни преобладает скорее первая энергия, вот этого выбора «я делаю что-то для себя». Так, честно, поднимите руку. Спасибо, я благодарен за вашу честность, потому что эту оценку вы делаете перед собой. Это же вам нужно. Поднимите руку, честно, кто замечает, что вторая энергия преобладает. Это энергия бескорыстной помощи другим. Совсем немного таких личностей, смотрите. Это, кстати говоря, один из ответов, почему мы живем в таком злом мире. Жестком, разрушающем жизнь конкретного человека. Потому что, как верно было замечено, если люди совершают поступки с платформы первого выбора, то вот это счастье распределяется между ними, оно одинаковое и сильное. Но если люди совершают поступки с платформы, второго, во втором случае распределяется между ними. А в первом случае, да, только мое, то есть там ни у кого нету, у меня есть, но очень кратковременное. А знаете, что значит кратковременное? Это означает, что у меня будет копиться огромное неудовлетворение и агрессия. Был в свое время такой эксперимент очень интересный сделан. Я вам сейчас два эксперимента расскажу. Это эксперименты ученые сделали. Эксперименты были с мышами. В первом случае ученые мыши подсоединили в голове, нашли вот этот участок, который отвечает за наслаждение. Я не помню, как он называется. Есть такой вот участок в мозге. То есть, если вы его стимулируете, такое наслаждение в теле есть. Они подсоединили туда электрод, и этот электрод был связан с такой небольшой какое-то приспособление. В общем, идея была в чем? Что если мышь, она... Что она там делала? По-моему, она лапкой должна была ударить по какому-то стерженьку. Или на кнопку, что ли, нажимать она должна была. Да, что-то типа такого. То есть, если мышь нажимала на кнопку, то запускался этот электрический разряд, и он стимулировал эту зону наслаждения. Она получала такое, ну, наслаждение. Вот. Знаете, что случилось дальше? Она обнаружила это, она поняла, что нужно делать, чтобы быть счастливой. И она вновь и вновь нажимала на эту кнопку. В конце концов, она дошла до истерики. И закончилась тем, что то ли она с ума, что ли, сошла, то ли у нее шизофрения такая началась. Ну, в общем... От голода умерла. Вот это то, что эгоизм делает с нами. То есть, когда мы потворствуем этой силе, да, кажется, это наслаждение, но это сила, разрушающая нас. Вот этот эксперимент с мышью, который я рассказал, вот такой он. А второй эксперимент еще более интересный. Послушайте, пожалуйста. По-моему,
это называется что-то Вселенная 24, что ли, это эксперимент. Вселенная 25, да? Вы видели в интернете описание этого эксперимента? Кто видел? С мышами по-прежнему. Послушайте, в чем эксперимент. Итак, сообщество мышей. Там их было много. Вот. И что сделали ученые? Они этим мышам создали все условия, чтобы у них не было никаких забот. То есть это была пища любая. То есть ничего не нужно было делать, просто вот все наслаждения были даны. А дальше они стали исследовать. Постепенно они обнаружили, как же там было? То есть они заметили, что у этих мышей появились какие-то извращенные тенденции. Гомосексуализм, например. Вот. Появились мыши ленивые, которые просто где-то легли и перестали что-то делать. Появились агрессивные мыши, которые просто стали бить всех остальных. И в итоге через несколько поколений вот это сообщество мышей полностью вырождается. То есть они просто вымирают. Потомства нету и просто вымирание всего клана. Этот эксперимент проводился, по-моему, то ли 7, то ли 8 раз. Или 25 раз. 25, Вселенная 25. 25 раз ставился этот эксперимент. 25 раз через несколько поколений вырождалось полностью это общество, и все мыши погибали. Дорогие участники нашего семинара, скажите, пожалуйста, современная культура, она вам ничего не напоминает? Современное общество. Вам ничего это не напоминает? А поднимите руку, кому напоминает? А что напоминает? Вот этот самый эксперимент. Потому что, смотрите, вот так действует сила эгоизма. Если мы свою жизнь строим на основании этой силы, мы разрушаем и свою жизнь, и жизнь общества. Это вырождение всего происходит. Все эти тенденции, странные болезни какие-то, тенденции, не буду описывать всего, тут много чего происходит с нами, но это все следствие того, что мы культивируем вот этот эгоизм в себе. И второй выбор – это выбор вот этой чистой силы, способности любить и действовать бескорыстно ради блага других людей. Возникает совершенно другая реальность жизни человека. И именно такая сила, она строит как жизнь конкретного человека, то есть позволяет человеку раскрыть свое предназначение. И эта же сила, обратите внимание, формирует общество, настоящее общество, где все счастливы. Такой выбор дается нам с вами. Как вы к этому относитесь? Я уже знаю, как вы к этому относитесь. Какие у вас вопросы, что хотите уточнить? Да. Слышите вопрос, да? Нет. То есть те, кто дальше сидят, слышат, а те, кто рядом, не слышат. Интересно. Спина, а там, в смысле, не спина. Неважно. Это хороший вопрос. То есть, когда я делаю что-то бескорыстное для других, я действительно чувствую счастье. И вот в следующий раз я уже это делаю ради этого счастья. Ну и что? В чем вопрос-то? Ну, это эгоизм, да. Ну вот вы сами ответили. Это эгоизм, да, совершенно верно. Потому что когда вы в следующий раз делаете для того, чтобы получить счастье, вы его уже не получите. Потому что бескорыстие – это же мотив бескорыстный. Если вы в свое действие встраиваете корыстный мотив, это уже не первое действие. Понимаете? Ну и все, вы сами себя лишаете возможности быть счастливой. Как вы к этому относитесь? Вот поймите это. Вот и мудрецы очень интересно говорят, что одно из самых больших препятствий, которое мешает человеку стать счастливым, знаете какое? То, что он хочет стать счастливым. Вот это мешает. Вот эта сосредоточенность. Где же это мое счастье?
Вот эгоист, он его, это счастье и ищет. Он устремлен в эту сторону. Но счастье по-настоящему приходит тогда, когда раскрывается энергия бескорыстного служения другим. Итак, мы же с вами это проверили. Теперь нужно воспитывать себя. Я не случайно употребляю это слово. Шрила Александрович Аманашвили очень интересно это слово «воспитание» разбирает. Знаете как? Объясняет. Воспитание. В ось питания. То есть питать нужно ось, то есть суть нашей личности. Чем? Своими поступками. Вот когда мы эту ось питаем, то есть воспитываем себя, вот это настоящее будет раскрываться. Нам нужно учиться пробуждать эту истинную энергию человеческой жизни. В этом наша задача. Это нужно понять, и это нужно делать. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Еще какие вопросы, что для вас важно? Итак, это знаменитый вопрос. Вы его слышали? Да, нет. Вопрос был следующий. Что энергия бескорыстия – это очень хорошо, но мы же живем в материальном мире. Так. То есть, чтобы быть бескорыстным, нужны средства. Тело нужно содержать. То есть, как содержать себя, когда нужно быть бескорыстным? Вот в чем вопрос. У вас тоже такой же вопрос. Как содержать себя, когда нужно быть бескорыстным? То есть, бескорыстие – это означает как-то наплевать на себя. Ну, нужно же быть бескорыстным. Вот смотрите, вот вы когда, например, какой-то ваш знакомый попросил, чтобы вы заехали за ним и подвезли его куда-то на своей машине. Понимаете пример, да? Вот. И вы думаете следующим образом. Для того, чтобы завтра рано утром выехать, успеть доехать к нему до этого времени, мне нужно сегодня пораньше лечь спать, чтобы я отдохнул и хорошо выспался. Скажите, вот это вот... Чего еще? И заправить автомобиль бензином. Спасибо, это важно. Скажите, пожалуйста, вот это вот желание лечь поспать сегодня пораньше, хорошо отдохнуть, выспаться, чтобы завтра встать, успеть позавтракать и потом выехать, это эгоистичное желание или бескорыстное? Кто за то, что это эгоистичное желание? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Кто за то, что это бескорыстное желание? Все остальные. Так какое это желание? Смотрите, не измеряйте желанием, как бы желание, измеряйте желанию целью. Вот если цель бескорыстная, то все, что вы делаете ради этого, оно питается этой энергией. Понимаете? Чего вы не понимаете? Вопрос в мотиве, ради чего вы это делаете? Вы это делаете ради своего личного наслаждения, поспать, поесть и отдохнуть. Вот один мотив. Второй мотив – вы это делаете, чтобы что-то хорошее сделать для других. То же самое, но с другой целью. Вот в этом разница. Вам удалось понять эту разницу? Да. Это ведет еще к спору о том, что иногда совершаются очень плохие вещи ради того, чтобы якобы принести добро. Иногда совершаются очень плохие вещи ради того, чтобы принести добро. Ну, смотрите, понятно, что здесь могут быть разные вопросы, но знаете, как говорится, что вот спящего человека можно разбудить, а человека, который притворяется, что он спит, вы никогда не разбудите. Понимаете идею?
Поэтому, если у вас есть вот это лицемерие, желание самого себя оправдать и обмануть, вам никто не поможет. Здесь скорее нужна какая-то внутренняя честность с собой, то есть ради чего я это делаю. То есть это параметр такой личной ответственности. Тот выбор, который должен делать каждый человек. Итак, мы с вами разобрались с этим вопросом, что такое бескорыстие. Я приведу вам пример. Скажите, пожалуйста, бизнес может быть бескорыстным? Поднимите руку, кто считает, что нет, что бизнес всегда корыстный. Спасибо. Кто считает, что бизнес может быть бескорыстным? Объясните. Как бизнес, который ориентирован на прибыль, может быть бескорыстным? У меня семейный бизнес, вернее, у моей мамы, через которую я сейчас просто вступила в этот бизнес, по праву наследства так получилось. И я просто скажу, что работает это все на бескорыстии, потому что это помощь людям. И через помощь людям мы помогаем Богу. И мама говорит, я каждое утро просыпаюсь и говорю, я лечу людей для Бога. У нас клиника наркологическая, тяжелая, ребята. И мы лечим людей для Бога. И мы получаем деньги тоже за это. Но это не значит, что мы должны чураться этих денег, что ли, как это вот. Это бескорыстно, но эти деньги, это как, ну, да, как называется, побочный эффект того, что ты это делаешь для людей, а не скорее для себя. Цель, да. Спасибо большое за ваш пример. Вот смотрите, давайте это хорошо очень поймем. Что-то хотите сказать? Спасибо. Я бы еще добавил, что деньги могут быть средством какой-либо более высшей цели, чем непосредственно получение денег от бизнеса, каким бы бизнес ни был. Вот смотрите, это очень важные моменты. Бизнес может быть как грязным, так и очень возвышенным. В чем разница? А вот разница в том, что было сейчас сказано. Бизнес может быть ориентирован на извлечение прибыли, чтобы она была моей, и я ей лично распоряжался так, как хочу. То есть, иначе говоря, я бизнес использую для того, чтобы получать чувственные наслаждения, я как личность. Я эксплуатирую кого-то, чтобы мне было хорошо. Вот это грязный бизнес. Бизнес, построенный на энергии эгоизма. Или агрессии по отношению к другим. Бизнес чистый, возвышенный, нравственный бизнес. Он построен на этом понимании, что я участвую в этом ради миссии, ради того, чтобы принести благо другим. И для этого мне нужны ресурсы, деньги и возможности. И такой второй человек, он радуется, когда приходят деньги. Но это не является эгоизмом. Потому что чему он радуется? Он радуется тому, что он эту энергию может вовлечь в служение другим, обществу. Вот это нравственный бизнес. По большому счету, каждому из нас нужно немного. Смотрите, небольшой объем пищи в течение дня. Все. Нам не нужно много. Говорится, вот это возвышенное сознание в бизнесе, когда человек наслаждается не прибылью, которая приходит, а знаете чем? Он наслаждается, что Бог ему доверяет, давая эти полномочия. Финансовые ресурсы, капитал, людские, там и все остальное. Это доверие Вселенной и Бога, и он наслаждается вот этим чувством, что я могу бы стать проводником этой силы для очень многих людей в этом мире. Как вам кажется, какое чувство будет более сильное? Первое, когда я чувствую вот эту корысть, что мне что-то приходит. Или второе чувство, когда я чувствую эти полномочия и чувствую, что могу что-то сделать для других. Как вам кажется, какое чувство будет более сильное и вдохновляющее? Кто за то, что второе? Отлично. Если вы будете этим гордиться, то это будет гордостью. Но если вы будете радоваться и эту радость вовлекать в свое, как бы, в энтузиазм, чтобы что-то делать для других, какая здесь гордость? Вопрос, как вы к этому относитесь? Итак, смотрите, любое действие в мире, оно может быть или нравственным, то есть бескорыстным, очень возвышенным, или очень грязным, низменным. Первое будет возвышать нас, позволять раскрываться нашему предназначению, всем нашим талантам, позволяет нам испытывать настоящую радость от жизни, полноту жизни. Формирует настоящее общество, где все счастливы. Вот это результат первой силы. Результат второй силы, силы эгоизма, разрушается все. Прежде всего, разрушается сама личность. Этот эксперимент с мышами, нам нужно его запомнить.
И, собственно, этот опыт, который мы с вами проверили, сравнивая вот эти два действия, корыстное и бескорыстное, но разрушается не только сам человек. Он не только лишает себя возможности испытывать полноту жизни, он разрушает также и мир рядом с собой. Все разрушается. Вот это два разных сценария. Первый сценарий – это сценарий, когда божественная сила проявляется в моей жизни, и все раскрывается в моей жизни, формируется настоящая такая среда, среда счастья. Во втором случае все разрушается. Это тот выбор, который дается нам с вами. Как вы к этому относитесь? Какие еще вопросы? Я хочу вас спросить в конце. Скажите, пожалуйста, что для вас важно было в этом обсуждении? Лично для вас, пожалуйста, подумайте, что было важно. Ну, кто-нибудь скажите, да. Хорошо, спасибо. Итак, вы сумели более глубоко различать эгоизм и бескорыстие, понимать, в чем разница принципиальная. Спасибо. Еще что для вас было важно? Старайтесь громче, чтобы все слышали. Хорошо, спасибо. Итак, это очень важный момент, что эгоизм и бескорыстие – это не поступки, а это мотивы, с которыми мы их совершаем. Один и тот же поступок, он может быть как бескорыстным, так и эгоистичным, как, смотрите, с бизнесом. Один и тот же бизнес может быть или корыстным, или бескорыстным. Вопрос в том, какие мотивы мы туда вкладываем. Поэтому мы должны очень глубоко это понять, и это означает нашу ответственность и осознанность. То есть, что во мне, ради чего я это делаю. Вот эта осознанная жизнь – это то, к чему мы должны стремиться. Здесь возникает выбор реальности, которую мы создаем. Спасибо. Вопрос. Мы же итоги уже подводим. Давайте итоги все-таки подводите. Да? Только громче старайтесь говорить. Так, вы не потерянный эгоист. Вы теперь эгоист, который знает, к чему стремиться. Спасибо, да. Старайтесь громче. Итак, вы записали? Мое предназначение? Не мое. Да, да. Это божественная энергия, она всем принадлежит. Поэтому ее нужно щедро раздавать. Так она еще больше будет в нашем характере раскрываться. Нам будет даваться все больше возможностей, как внутри нас, по раскрытию наших способностей, так и на внешнем плане, когда сам мир, Вселенная, будет предоставлять нам все больше и больше возможностей для раскрытия нашего таланта. Это удивительная реальность, в которой мы с вами можем шагнуть, если поймем, что такое предназначение.
Спасибо. Так, сейчас что-то хотели обрадоваться, давайте. Так, давайте сначала здесь, а потом вы тогда скажете. Только громче, чтобы было слышно. Два момента. Раскрылось понимание, где черпать вдохновение, потому что когда ты делаешь что-то, вот это чувство, когда ты сделаешь что-то бескорыстно, оно дает вот это вдохновение, оно никуда не пропадает. То есть, вспоминая его, ты как-то вот возвышаешься немножко. И второе, я поняла, что в последнее вот время я начинаю, то есть, меняться. То есть, я как бы еще часто делаю что-то для себя, но я прослеживаю очень много поступков, которые я делаю бескорыстно. И сначала я это делаю, не задумываясь, вот что. Я не специально придумываю, чтобы сделать это бескорыстно. Ты просто это делаешь, а потом ты понимаешь, что ты это сделал, и тебе хорошо. Как-то так. Так, вы заметили, что в вашей жизни есть настоящие поступки. Здорово. Иногда, знаете, нам нужно утверждаться в своем опыте, убеждаться, что мы на правильном пути. Нам нужна вера, решимость, сила. Поэтому эти подтверждения также очень хороши. Спасибо еще, что было важно. Стать проводником, получить полномочия. Пусть раскроются все мои таланты, пусть самые большие деньги придут в мою жизнь. Ради блага других. Знаете, но я вам советую к такой молитве добавлять еще одну вещь. Пусть придут те деньги, которые я могу занять в служении другим. У каждого из нас свои способности. Знаете, если в жизнь эгоиста придут большие деньги, они его погубят. Не желайте денег, желайте возможности служить другим. И в соответствии с этими возможностями, нашей внутренней квалификации, нам будут даваться внешние возможности. Есть история одного человека. Рассказывается, что он... Я прочитал ее несколько лет назад в интернете. Этот человек за всю историю американской лотереи получил самый большой куш. В джекпот он выиграл 162 миллиона долларов. Вы представляете эти деньги? Я вам завтра расскажу эту историю. Чем все закончилось. Завтра мы к ней вернемся. Что еще? Чего спать не будете? Будете думать, куда он дел их, 162 миллиона? Что еще для вас было важно сегодня, да? Отлично. Отлично. Я очень рад, что для вас сегодня появилась эта определенность пути. Что нужно делать уже сегодня, чтобы предназначение раскрылось завтра? Но на самом деле, если вы делаете верные вещи, оно уже сегодня начинает раскрываться. Слышите? Начинает уже сегодня раскрываться. Это все одновременно происходит. Еще что для вас важно было? Кто хочет сказать? Ну хорошо, я думаю, что завтра мы с вами поделаем какие-то практические упражнения. Ты хочешь сказать что-то? Или... Давай. Но... А как тебя зовут? Стас.
Стас, ты задал очень важный вопрос. Вопрос был следующий. Я еще ребенок, я еще не хожу на работу. Как мне найти свое предназначение? Очень серьезный вопрос. Вы знаете, дети сегодня очень необычные. Ко мне... У нас был сейчас фестиваль психологии третьего тысячелетия. А кто был на нашем фестивале? Есть кто-то здесь? А, ну, Илона была, это понятно, да? Кто еще был? А, и Татьяна у нас была на фестивале. Отлично. Ко мне после одного из моих семинаров на фестивале подошло несколько детей. И первый ребенок мне сказал такую вещь. Мне, ну такой вот маленький мальчишка, подошел ко мне и стал меня серьезно очень благодарить за семинар, который я провел. Я от взрослых не получаю столько благодарности, сколько я получил от него. Я его спросил, а за что ты благодарен? Он мне сказал, благодаря вам я понял, что в моем детстве было неправильно. Я спросил, сколько тебе лет? Он сказал, 6. Стас, я хочу тебе ответить на твой вопрос. Предназначение не связано с работой. Оно связано с твоими талантами. Когда ты реализуешь свои таланты, раскрываешь их и приносишь этими талантами радость другим людям, вот это и есть предназначение. Все слышите? Вы можете в работе реализовывать свое предназначение, а можете не реализовывать, это не так важно. Главное, реализуйте его. Вот в этом вопрос. Ну, я думаю, завтра мы еще немножко поговорим об этом. Еще кто-то хочет добавить что-то? Ты хочешь еще что-то спросить? Давай. А, в конце не слышал? Что выбрать? Ты можешь шутить хорошо и танцевать хорошо. Зачем выбирать? Предназначения могут быть разные грани. Смотрите, в самом общем случае предназначение – это как бы естество человека. Ну вот этому естеству нужно дать проявляться. Хорошо. Я хочу вас поблагодарить за наше сегодняшнее общение. Вот, и пожелать вам хорошего вечера. Спасибо большое. Только совместно можно делать какие-то хорошие вещи, которые всех вдохновляют. Вот. Спасибо большое еще раз. Я желаю вам хорошо отдохнуть. И завтра у вас такой еще целый большой день будет. Я очень рад увидеть здесь разных знакомых, с кем-то мы встречались. Вот с многими. Вот. Спасибо.